Из-за засухи в Забайкалье убило 46 тысяч гектаров посевов. Самая сложная обстановка сейчас в Анонском, Акшинском, Дульдургинском, Красночайковском, Петрово-Забайкальском и других районах края. В Чите к новому учебному году готовы 52 школы. На их ремонт было затрачено почти 30 миллионов рублей. 22 и 23 июля в Забайкалье ожидается циклон с сильными дождями, ливнями, градом. Ветер при грозах достигнет 20 метров в секунду. Два забайкальских лучника в составе сборной России завоевали бронзу первенства Европы по стрельбе из лука в Бухаресте. В Забайкалье чаще всего тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий и погашение ипотек.